Международный марш в защиту животных прошел в субботу сразу в 10 городах Украины. Присоединились к волне протестов и в Запорожье. Европейские общества защиты животных уже неоднократно выступали с протестами против Евро-2012 в Украине из-за проблем с бездомными животными. Существует мнение, что в преддверии чемпионата по футболу в стране идет массовая травля животных. В протест такому способу избавиться от проблемы по всей стране прошли митинги. Уверены, что животных травят из-за Евро и в Запорожье. Власти считают, что собаки мешают туристам. То есть мы должны выглядеть как цивилизованная страна, на улицах не должно быть бездомных животных. Вся заграница говорит о том, что именно из-за нашего Евро вот эта травля. Мы тоже в это верим. Потому что в прошлом году, в позапрошлом году такого не было. Сегодня мы вовсю пропагандируем стерилизацию. На данный момент это самый гуманный способ избавиться от неконтролируемой численности бездомных животных. На акции протеста волонтеры организации собирали подписи под обращением к городским властям, где они требуют решить проблему и предлагают свой вариант регулирования количества бездомных животных в городе. Право жить считает, что приюты должны заниматься исключительно стерилизацией животных.